Всем привет! С вами по-прежнему Настя и Аня. И в этом видео мы вместе с нашей командой отправились на трехдневный турнир по волейболу в город Ногинск. Мы надеемся, что вы досмотрите это видео до конца, так как мы пытались передать всю атмосферу этой поездки. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Также не забывайте комментировать это видео. Ну что, погнали! Турнир у нас начался с самого раннего утра. Первая игра у нас была с хозяевами турнира, командой города Ногинск. Когда мы сыграли первую партию и проиграли ее, у меня не было какой-то уверенности, что мы сможем собраться, побороть себя и вытащить следующую партию. Ведь мы все знали, что приехали сюда только за победой. Выиграв вторую партию, мы сравняли счет. Соперник был очень сильным. Настя, нас там на церемонии открытия турнира зовут. Хорошо, сейчас иду. Обед. А, кстати, мы сейчас играли с Ногинском. Мы его выиграли. 3-1. Я думала, они победят. Сейчас, мне кажется, все команды идут на обед. Мы будем обед, наверное, в одном месте. Да. Что? Потом у нас еще одна игра. Санкт-Петербургом. Сейчас я вам расскажу немного про турнир. У нас 6 команд. Команды из разных городов. Допустим, Санкт-Петербург и разные другие города. Мы сегодня играли первую игру. У нас, наверное, в день будет по 2. А первым сыграли, выиграли 3-1. Сейчас идем на обед. Я Тамара. Давайте расскажу вам историю. Сегодня мы планировали быть на игре в 12:30. Потом мы только поели, мы даже были в пижаме, не заправили кровать. И нам звонят и говорят, вы через 5 минут должны выехать. Через 20 минут вы должны уже быть там. Нам только 20 минут ехать. Но в итоге мы успели. Только чуть-чуть опоздали на разминку. Мы, наверное, вам забыли сказать, что мы едем сюда на 3 дня. Да, приехали на 3 дня. А здесь будем играть. Кстати, мы с Полиной сейчас живем у нас на даче. Просто она здесь рядом. А девочки, они будут здесь в комнате общежития. Не знаю, где. Какое общежитие?
А в ком? Подожди. Это спортивный интернат. Да, сегодня пятница, нам пришлось прогулять школу. И мы, мне кажется, сейчас идем в школьную столовую. Идем обедать в школьную столовую. Что? Ладно. А вот я взяла куриный суп, макароны с котлетой и салат. Всем тоже приятного аппетита. После обеда мы сразу пошли на вторую игру. Играли мы же с Санкт-Петербургом. Первую партию мы выиграли, но потом... Произошло это, как всегда, в самый неподходящий момент. В конце второй партии я подвернула ногу. Наступать и прыгать на больную ногу мне было очень трудно. Очень хорошо, что рядом оказался спортивный врач, который быстро мне заморозил больную голень. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Разве это был не аут? Вам забивали. Меня не выиграли, мы еще проиграли своих ошибок. Надо собраться. Я приехала сюда не для того, чтобы в первый же день сдаться. Я собрала в себе все силы, и меня обратно поменяли в начале третьей партии. Что, там не одеться замечательно? Давай. Иди! Bye.
же закончилась вторая игра. К сожалению, мы проиграли, но боролись до самого последнего очка. У нас по партиям счет 3-2. Но сейчас мы зашли покушать. К сожалению, ничего лучше мы не нашли, как Макдоналдс. Так что, пожалуйста, не пишите в комментариях, что типа такая вредная еда. Ваш? Да. Приятного аппетита. Спасибо. Вот мы уже наконец-то дождались заказа. Кстати, сели рядом с очень красивым местом. Вот здесь красивый вид. Я заказала себе Макфлури карамель шоколад, больше точно. Короче, вышли из этого замечательного заведения. Может быть, как-то чуть по-детскому, но мы хотели где-то 7:30 посмотреть Леди Баг и Суперкласс Шанхая. Так что кто-то тоже смотрел, ему это видео будет уже после. Тут тоже ставьте плюсик, там, не знаю, пишите в комментариях. Так мы приехали на машине, нам нужно будет на завтрашний день взять где-то 2 5-литровки, потому что таскать им из интерната это очень сложно. Вот мы уже купили воду, там еще вторая у мамы. Завтра настраиваемся только на победу. Очень длинная история о том, как мы играли с железнодорожным чек. Команда оказалась слабее нашей, и мы просто подавали подачу, а те, кто не подали, оставались без обеда. Игру сыграли за 20 минут, и все счастливые пошли кушать. Второй день соревнований, играли третью игру сегодня, выиграли. По партиям там был счет 25-2, 25-4, что такое. Нам, короче, у нас эта игра была на тренировку подачи, потому что вот сколько подашь, столько и выиграешь. Вот такой был. Все очки, которые мы проиграли, всем 2 очка, это те, кто не подали подачи. Да. А сейчас думаете, где я? Я так быстро бегу. Она на Мальдивах. Сейчас мы чаемся. Мне кажется, сейчас минус камера. Все, ты на спине. Миша! Извините. Что ты? Ой, меня унесло. Раз, два, три. Если вы не поняли, мы на площадке, она очень большая, смотрите, какая горка, очень прикольно. Смотрите, какие здесь качели. Кстати, завтра, наверное, будет даже очень сложная игра, потому что мы играем в финальную игру. Так что обязательно поддерживайте нас в комментариях, нам будет очень приятно. Сейчас сыры качаемся на качелях. Мы вас любим и ждем новую статистику подписчиков. Мы знаем, что многие смотрят канал «Анимати» без подписки. Это что такое? Камеру у Ани и Насти. Да. И да. И Настя с нами рядом не сидит. Вот, конечно же, их нету. Вот. Такая камера. Они ушли гулять. Мы, вот смотрите, мы сидим. Тут, как видите, нет ни Ани, ни Насти. Мы украли у них камеру, да. Они поехали домой, их выгнали из нашей команды. Все, всем пока. Вот это Шеха. Это не Настя, а это я. Давай я тебя сниму. Она снимает? Мне кажется, не снимает. Она снимает. Сейчас мы пришли обедать. Нам дали пюрешку. Борщ. А у меня кисель. И салат. Короче, это кисель. Обязательно вставай. Вот мы все пришли после обеда. Сейчас ждем игры с Владимиром. Эти две команды идут прям очко-очко. После прогулки у нас была завершающая игра этого дня. Мы играли с командой из города Владимир. Yeah!
И закончилась игра с Владимиром. Мы выиграли со счетом 3-0. Но, кстати, эта команда уже была намного сильнее, чем та команда, которую мы играли в начале дня. А сейчас мы пришли на аттракционы. Сейчас я сделала для себя вызов и возьму камеру вот на эту крутяшку. Вот мы уже сели. Надеюсь, с камерой будет все нормально. Там вот сзади девочки. Все, начали ехать. Я дисплей закрываю, что мне страшно, если честно. Честно, мне чуть страшно, но совсем чуть, потому что здесь внизу вот так. Как высоко. Чтобы вы понимали, я двумя руками держу камеру и вообще не держусь за поручни. А, короче, давайте с вами поговорим. Вот, мы играли игру, мы выиграли у Владимира с счетом 3-0, да, это я вам уже сказала. Короче, сегодня мы сыграли две игры, и две игры выиграли 3-0. Завтра у нас будет игра с Калязином, да. Вот мы уже спускаемся. Все было очень круто, мне понравилось. Сейчас гуляем по парку. Есть разные ярмарки. Мы в этом парке были лет 5 назад, и тогда были в платьях и содрали себе все коленки, когда спускались с горки. Девочки идут на этот аттракцион. Не ври! Прикольно! Лера. Вот еще Полина с Ирой пойдут. Сейчас Арина пришли в тир. Они сейчас в тире. Почти. В этом парке аттракционов есть еще один мини-панда-парк. Кстати, в нем уже не 6 ярусов, как на ВДНХ, а 2. Там они тоже достаточно прикольные. Несколько девочек они там остались, но, кстати, проходить эту дорогу целый час. Поэтому мы все-таки, наверное, пойдем домой. Она не оторвется. Давай подпрыгивай, садись. Вот Арина. Катя в слезанке. А, короче, Полина решила пойти в панда-парк. Я не пошла... Ой, здесь комары очень. Я не пошла в панда-парк, потому что, если честно, у меня ноги просто отваливаются. Вообще, мы сначала здесь были, потом пошли обратно в машину. Машина заглохла. Мы решили пойти обратно сюда к девочкам. Приходим, но они через 5 минут уже ушли. Вот, короче, машина заглохла, и я не знаю, через сколько мы поедем. И поедем ли вообще... Удачи. Вот там Полина. Полина, я не на велосипеде.
Второй день турнира оказался очень насыщенным, мы устали, и поэтому в этот день мы легли рано, так как должны были выспаться на финальную игру. Утро третьего дня, мы с девчонками только что проснулись. А, кстати, косички я пока не стала распитать, потому что думаю заплести какой-нибудь объемный хвостик. А, кстати, мы вам даже не показали, где мы спим. Вот здесь мы спим с Настей, спит Полина. А, сегодня у нас будет решающая игра с Калязином. Если мы ее выиграем, то мы на втором месте. Так что давайте будем настраиваться на самое лучшее. Настя! Быстрее, оп! Она сейчас не подаст силу, чем будет обычно простая подача, введенная в игру. Аккуратно приняли, заметили все партии. Давай. И... А сейчас самое время идти на награждение. И у нас в номинации «Лучший игрок города». Очень рады, что заняли второе место. До полной победы не хватало совсем немного. Этот турнир мне запомнится надолго. Здесь мы получили колоссальный опыт, так как мы играли с командами из разных городов России. Всем большое спасибо, кто был все это видео с нами, не переключался, смотрел. Вот у нас уже закончился турнир по волейболу. Как вы поняли, мы заняли второе место. Нам не хватило всего одного очка до первого. Но мы не унываем, у нас еще все впереди. Нам вручили вот такие медальки второго места. Также нам дали кубок всей команде. И вот такие грамоты. Смотрите. На этой замечательной ноте мы с вами прощаемся. Всем удачи и всем пока-пока.